Всем привет, я рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу познакомить вас с отелем Миароса Инжекум Бич, а именно с концепцией, услугами и, конечно же, сервисом. Не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии, колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, которое выйдет уже очень скоро. Надеюсь, вам понравится обзор, приятного просмотра. Отель расположен в поселке Инжекум в 25 километрах от города Алании. Международный аэропорт Анталии находится в 100 километрах от отеля. Рядом с отелем есть небольшая бесплатная парковка. Сейчас вы можете увидеть небольшое лобби. Заселяют в номер после 14:00. По возможности вас могут заселить и ранее. Также имеется летняя терраса с баром. Бар работает 24 часа. Здесь есть безалкогольные напитки, такие как чай, вода, кофе, соки, турецкий кофе, который стоит 20 лир, а также алкогольные напитки местного производства. Меню с алкогольными и безалкогольными коктейлями. В лобби имеется магазин с водными принадлежностями, снеками, уходовой косметикой, одеждой, обувью и сувенирами. Бесплатный тренажерный зал, который работает для гостей старше 16 лет. В отеле есть спа-салон, который предлагает такие услуги за дополнительную плату, как сауна, хамам, массаж, косметологические услуги по уходу за телом, косметологические услуги по уходу за лицом. Сейчас вы можете увидеть хамам. Массажная комната. Релакс-зона. Завтрак в главном ресторане с 7 утра до 10:00. Первое, что видим, это чечевичный суп. Далее есть различная выпечка. Два вида десертов, джемы и хлопья. Вафли, рахат лукум и печенье. Йогурты. Из фруктов есть арбуз и дыня. Зелень, мясная и сырная нарезки. Оливки, маслины и свежие овощи. На улице можно приготовить себе тосты, жареные кабачки и сосиски, картофель и пончики, мен-мен, вареные яйца, а также повар готовит омлет. На территории имеется небольшой аквапарк, который работает с 10 утра до 12:30 и с 14:00 до 17:00. С 10 утра до 18:00 вы можете взять себе такие напитки, как соки, чай, кофе и воду.
бесплатных развлечений в отеле есть акваэробика, анимация, водное поло, баскетбол, степ, мини-футбол, теннисный корт с освещением, теннисный инвентарь за депозит, стрельба из лука, дартс, боча, пляжный волейбол и живая музыка. Из платных развлечений имеется массаж и водные виды спорта на пляже. В отеле есть три бассейна. Два открытых бассейна, который работает с 6 утра до 18.00, и один крытый бассейн без подогрева. Рядом с бассейном находятся шезлонги, зонтики и матрасы в неплохом состоянии. Небольшой детский бассейн без подогрева. Рядом находится мини-клуб, который открыт для детей от 4 до 12 лет. Он работает с 10 утра до 12.30 и с 14.00 до 17.00. Пул-бар работает с 10 утра до 23.30. Здесь есть безалкогольные напитки, такие как чай, вода, кофе, соки, безалкогольные и алкогольные коктейли, алкогольные напитки местного производства, такие как джин, водка, узу, виски, текила, вино и пиво. Обед начинается с 12.30 до 14.00. Сразу видим два супа – грибной и томатный. Курица в соусе. Макароны, морковь, картофельный гратен и баклажаны. Жареная рыба, овощное рагу и рис. Хлеб и различные десерты. Из фруктов есть яблоки, апельсины и дыня. Готовые салаты и свежие овощи.
Несколько видов соусов. На улице можно взять воду, приготовить чай или кофе. Пита с мясом, лепешка с сыром и жареный картофель. Котлеты, жареное мясо, курица и помидоры. А теперь идем смотреть пляж. Пляж находится в 150 метрах от отеля. Чтобы добраться к пляжу, нужно пройти подземный переход. Бар на пляже работает с 10 утра до 18.00. Также есть снэк-бар, где можно взять бургеры, лепешку с сыром, картошку фри и котлеты. У отеля свой песчаный пляж. Есть шезлонги, зонтики, пляжные полотенца, все бесплатно и в хорошем состоянии. Хороший пологий заход в море. Теперь покажу номер. В первой комнате находится односпальная кровать и стол. Далее шкаф с бесплатным сейфом. Теперь заходим в ванную комнату. В ванной есть фен, маленькое зеркало, большое зеркало и душ. Также в шкафу имеются вешалки. В мини-баре есть вода, которая пополняется каждый день. Еще одна комната, в которой имеется двухспальная кровать, электрический чайник, набор чай-кофе, стол,
Зеркало, телевизор и диван. И теперь выходим на балкон. Номер с видом на дорогу и море. На балконе есть 3 стула, стол и сушка. Ужин начинается с 18:30 до 21:30. Сразу видим 2 супа. Грибной крем-суп и овощной суп. Рис, индейка, фасоль, котлеты с начинкой и макароны. Рыба, фаршированные перцы и овощи на пару. Национальное турецкое блюдо, различные закуски, готовые салаты, зелень и свежие овощи. Фруктов есть абрикосы, нектарин, яблоки, сливы, арбуз и дыня. Разные десерты. На террасе есть бар, где можно взять алкогольные и безалкогольные напитки. На улице готовят шаурму, питу с мясом, овощи гриль и жарят мясо. Каждый вечер в 20:30 проводят мини-диско. В одном ресторане с 23:00 до 12:00 ночи есть ночной суп. Тыквенный суп и куриный суп. После мини-диско проводят вечернюю шоу-программу. И дискотека после вечерней шоу-программы. А я благодарю вас за просмотр моего видео. Надеюсь, вам понравился обзор. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, оставлять лайки, комментарии и колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Еще раз спасибо за просмотр. Пока-пока!